Секрет успеха номер 7. Посвятите себя пожизненному обучению. Фактически у вас больше интеллекта, способностей и сообразительности, чем вы можете использовать. Достаточно работать над совершенствованием себя всю свою жизнь. Вы умнее, чем можете себе представить. Нет такого препятствия, которое вы не могли бы преодолеть. Нет такой проблемы, которую вы не смогли бы решить. Нет такой цели, которой вы не смогли бы достичь, применив к ситуации способности своего разума. Ваш ум похож на мускул. Он развивается только от работы. Так же, как тренировками можно накачать мышцы, вам нужно работать над ментальными мускулами, чтобы развить интеллект. Хорошая новость в том, что чем больше вы учитесь, тем большему можете научиться. Как в спорте, чем больше вы занимаетесь, тем лучше становитесь. Чем больше вы преданы пожизненному обучению, тем быстрее и легче будет для вас учеба. Лидеры – вечные студенты. Постоянное обучение – это ключ к 21 веку. Пожизненное обучение – это минимум, необходимый для успеха, как в вашей области, так и в любой другой. Примите решение с сегодняшнего дня стать студентом своего занятия и до конца своей жизни продолжать учиться и совершенствоваться. Есть несколько ключей к пожизненному обучению. Первый ключ – просыпаться и каждое утро читать о своем деле по 30-60 минут. Чтение для ума как упражнение для тела. Если каждый день читать по часу, за неделю вы сможете прочитать книгу. Одна книга в неделю превратится в 50 прочитанных книг в год. 50 книг в год превратятся в 500 книг за следующие 10 лет. В среднем взрослый человек читает меньше одной книги в год. Поэтому вы, читая по часу в день, получите невероятное преимущество в своей области. Вы станете одним из самых умных, самых компетентных и высокооплачиваемых людей в вашей профессии, просто уделяя чтению по часу в день для саморазвития. Второй ключ к пожизненному обучению в прослушивании аудиопрограмм, в частности за рулем машины, в дороге с места на место или со смартфона, или с телефона. Средний человек проводит за рулем от 500 до 1000 часов в год. Это эквивалентно 12-24 часам 40-часовой рабочей недели или 3-6 месяцам рабочего времени, которые вы проводите в своей машине. Это эквивалентно 1-2 очным семестрам в университете. Превратите свою машину в место обучения, университет на колесах. Пусть мотор вашей машины не работает без звучания обучающих аудиопрограмм. Многие люди стали миллионерами благодаря чудесам аудиокурса. Вот почему аудиокурс часто называют величайшим прорывом в образовании со времен изобретения печатного станка. Третий ключ к пожизненному обучению – участие в каждом курсе и семинаре, который вы можете найти, который может помочь вам стать лучше в своей сфере. Сочетание книг, аудиокурсов и семинаров позволит вам сэкономить сотни часов, тысячи долларов и многие годы тяжелой работы, добившись в итоге такого же уровня финансового успеха. Примите сегодня решение стать вечным студентом. Вы удивитесь, увидев, как это повлияет на вашу карьеру.